Чак-чак-пати в этом году собрал рекордное число гостей. В Караганде ежегодный татарский праздник приурочили к 25-летию независимости Республики Казахстан. Участники праздника могли отведать чак-чак, принять участие в викторине и насладиться живой музыкой и народными мелодичными песнями. Подробнее в сюжете. Но столько народу, как сегодня, не собиралось. Сегодня, на удивление, полный зал. Значит, из года в год появляется интерес народа к нашим традиционным татарским мероприятиям. С каждым годом чак-чак байрамы, или как сейчас принято называть чак-чак-пати, собирает все большее число людей различных национальностей. Вот и в минувшие выходные в концертном зале «Шалкыма» не было свободных мест. Угощение, теплая дружеская атмосфера, возможность как послушать, так и самим исполнить душевные народные мелодичные песни, потанцевать, привлекает карагандинцев и гостей городов-спутников. Так, в этом году на чак-чак-пати приехали творческие коллективы из разных городов. Ансамбль «Алсу» из Шахтинска, вокальный ансамбль «Яхташлар» из Актаса, татаро-башкирский центр города Абай «Ляйсан». Активистки центра «Ихлас» не только вели программу вечера, но и провели различные викторины со зрителями и даже состязания по поеданию чак-чака. Тематику мероприятия приурочили к 25-летию независимости Казахстана и 130-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Ирина Вабищевич, Рустам Бараев, Владимир Иванюк, 5 канал.